Раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, раз. Проверка связи. Как слышно? Раз, раз, проверка связи. Раз, раз, проверка связи. Проверка связи, раз, раз.
Проверка. Проверка. Дорогие друзья, я всех приветствую в замечательной игре Icewind Dale. Мы с вами продолжаем прохождение. Как помните, в прошлый раз мы с вами зачистили последние катакомбы. И сейчас направляемся в самую последнюю, в самую главную локацию на этой карте, где у нас будет много врагов, много коридоров, много приключений. Валик прилетает по черепу. Сагрили еще одного врага, малая тень. Обратите внимание, эти враги обладают особым свойством, особой защиты, на них не действует обычное оружие. Так и написано, оружие не действует. Это значит, что по этим врагам проходит урон только магическим оружием. Например, Моргенштерн плюс один. К этому времени нам надо было бы вооружить всю нашу партию таким оружием. Даже на случай, если это оружие не является их любимым. Потому что сейчас таких врагов будет становиться все больше и больше. С такими врагами можно справиться либо с помощью такого волшебного оружия, либо с помощью заклинаний. У нас есть волшебное оружие для Лориэля, это стрелы плюс один. Правда, их совсем немного, но все же. Пока сопартийцы без магического оружия атакуют малые тени, которые умирают от обычного оружия, те наши сопартийцы, у кого есть только... у которых есть магическое оружие, будут атаковать тени. Они ее успешно убили. Да, это было тяжело. Я думаю, здесь нам надо немножечко подлечиться и отдохнуть. Посмотрим, какие заклинания у нас есть в книге.
Давайте возьмем для Агнес одно заклинание опознания, чтобы она смогла опознать ту кольчугу, которая у нее есть. Хотя, наверное, два заклинания, потому что в будущем мы найдем еще несколько предметов, и не хотелось бы откладывать опознание этих предметов до отдыха, либо до возвращения в Кудахар. У Леры все заклинания заполнены правильно. Ну что ж, давайте отдохнем. Во время отдыха, вне гостиницы, на нас могут напасть враги, поэтому надо быть к этому готовыми и встать в такую формацию, при которой враги заспавнятся рядом с самыми утанкованными, а не со самыми слабыми персонажами. Итак, сохраняемся. Спим. Да. Мы отдохнули 8 часов, во время отдыха читаются исцеляющие заклинания. Ну, так как исцеляющих заклинаний не было, то ничего и не читалось. Кольчуга плюс 1. Ну что ж, это кольчуга. Дает класс защиты 4, при этом 2 против рубящего и 6 против дробящего. То есть она хороша против рубящего и плоха против дробящего урона. Давайте сравним ее с кольчугой, которая имеется... Пластинчатый доспех, практически такой же. Да, получается, она не намного лучше уже имеющегося у нас. Даже и не лучше имеющегося уже у нас защитного вооружения, поэтому мы ее не применяем. Грант можно немножечко подлечиться. Ну что ж, заходим внутрь. Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Не забываем обязательно исследовать все локации на предмет ловушек. И за первой же дверью нас ждут враги. Первый враг — это полуразбитый скелет. Наваливаемся на него нашей компанией. Я забыл, надо переключить стрелы Лориэль на обычные. Сейчас нам крайне важно раздобыть магическое оружие. Оружие зачарования плюс 1, либо больше. Это что за враг? Страж храма. Внушает некоторые опасения. Давайте отступим. Постараемся справиться с ним одним, без поддержки дополнительных врагов. Вполне возможно, что у него тоже есть защита. Нет, у него нет защиты против обычного оружия. Это хорошо. Ничего полезного из него не выпадает. Еще враги. Булава отличного качества, подбираем. Еще один скелетик. Мы его даже не заметили. Каждый такой враг в отдельности не представляет особых затруднений. Но если бы их напало, если бы они напали на нас сразу все вместе, то вполне возможно, что причинили бы нам серьезные повреждения. Отличный длинный меч. В то время как у нас обычный длинный меч, вместо него возьмем отлично. I shall do my best.
How can I help? Attack! To victory. Of course. Лучники. Снарядов плюс один, длинный лук, обычные стрелы. Со стрелами у нас скоро может быть беда, как видите, Лориэль настолько ловок, что очень быстро расстреливает имеющиеся у него стрелы. Сразу трое врагов, два из которых похожи на крепких ребят. Третий лучник будет расстреливать нас издалека. Поэтому применяем нашу главную тактику — отступление. Вот и ловушка, которую мы обнаружили слишком поздно. Это причина, по которой во время поиска ловушек не надо, сломя голову, бежать вперед. Необходимо тихонечку идти такими круговыми либо зигзагообразными движениями, чтобы постепенно изучать открывающуюся территорию и не напороться на ловушку до ее обнаружения. Ловушек на этой карте будет очень много. Кто это у нас? Это упырь. Он не должен вызвать у нас никаких затруднений. Даже один лори. С ним бы справился, просто отступая и расстреливая. Вот еще одна ловушка. Скорее всего, она охраняет какой-нибудь ценный лут. Мы с вами сейчас обязательно посмотрим, что же там от нас прячет. Драгоценный камень и золото. А здесь вот длинный меч с зачарованием. Это именно то, что нужно Гранту. Сейчас мы его вооружим этим мечом. Он сможет убивать таких врагов, которые иммунны к обычному оружию. Да, это длинный меч плюс один. А это у нас кинжал плюс один, да. Этим кинжалом мы вооружим... Ну, давайте кируны. И на врагов, иммунных против обычного оружия, мы... Иммунных к обычному оружию, мы будем нападать с кинжалом. Что же у нас с этой дверью? Она заперта. Как
я думал, может быть, из-за того, что у Гранта есть ключ, один из них подойдет к этой двери. Нет, не подходит. Вообще здесь достаточно иметь предмет в партии, и будет считаться, что он имеется у любого отряда, члена отряда. Значит, этот ключ мы с вами сейчас где-то здесь найдем. Опять ловушка, которую мы заметили слишком поздно. Для того, чтобы с нами пореже случались такие неприятные ситуации, нам необходимо прокачать лучше навык поиска ловушек. Тогда ловушки будут искаться намного легче и быстрее. Давайте теперь будем искать ловушки более внимательно. Не спешить. При этом не забывать, кроме ловушек, еще и о врагах. Зеленый меч, это по идее меч отличного качества, да, мы его берем. Еще двое скелетиков. Промахнулся. Именно для таких случаев и нужны друзья. Ты промахнулся, а друзья нет. Так, кто у нас здесь? Это скелет, а это зомби. Ну, пока ничего страшного. Да как же так? Да. Лори третий раз уже умер. Сейчас мы возьмем все, что у него есть, и побежим. Улдахар, воскрешать его, очередной раз тратить очень много золота. Уже закончилось место. What do you want? Consider it done. Speak your mind. Of course. Проблема в том, что без Лориана мы даже не сможем исследовать эту локацию. Вполне возможно, что здесь есть ловушки. Ну что ж. Это не позорное бегство. Это отступление. Бежим в Кулдахар, вылечимся там до полного здоровья. Продадим ненужный нам сейчас лут с пустыми рюкзаками и с полными отвагой сердцами. Возвратимся. Так, враги. Надо не забывать, что здесь, даже в тех локациях, в которых мы уже побывали, могут заспавниться новые враги. Это касается любых уже открытых территорий. Там появляются те же враги, которые уже были раньше. То есть, если к этой локации привязаны такие враги, как Йети и Тени, то, в принципе, никого другого здесь можно не ждать. Но эти враги здесь появятся практически после каждого вашего отдыха. Причем, насколько я заметил, чем больше вы отдыхаете, тем больше врагов восстанавливается, вплоть до их изначального количества. Но здесь я могу ошибаться. Просто обращал внимание на такую тенденцию, что чем больше отдыхов вы провели, тем больше врагов заспавнилось в тех местах, где вы уже посетили, которые вы уже посетили. Сколько у нас с вами денег? Денег с вами у нас достаточно для того, чтобы воскресить Лори, да, давайте заодно и посмотрим, будет ли это теперь стоить нам дороже, чем во второй раз. Потому что во второй раз это стоило дороже, чем в первый раз.
теперь это стоит не дороже. Столько же. Давайте сравним составной длинный лук. Цака плюс 1, урон плюс 2, фактор скорости 7. И просто длинный лук. Цака плюс 1. Ну, составно... По остальным характеристикам одинаковые, но при этом у составного лука увеличенный урон. Как раз у нас заканчиваются стрелы, поэтому нам с вами в любом случае стоило возвратиться в Кулдахар для того, чтобы пополнить их запас. Лучник без стрел — это плохой лучник. Обратите внимание, насколько быстрее расходуются стрелы по сравнению с камнями для прощи, хотя мы их покупали с вами примерно одинаковое количество в начале. Но Лори расстрелял свои стрелы намного быстрее, потому что у него больше атак в раунд, чем Агнес. Стрелы. Вот они. Я думаю, 400 стрел, 40 стаков, 10 стаков по 40 стрел. Нам пока будет достаточно. Золото у нас стало меньше, чем было, несмотря на то, что мы довольно много продали. И при этом мы еще и... потратились на воскрешение Лориэля. Идем в гостиницу. Где мы немножечко поспим. Мы с вами, я напоминаю, играем на безумном уровне сложности. Раньше я играл на предпоследнем уровне сложности. Было немножечко проще. Поэтому сейчас я допускаю, наверное, больше ошибок, чем следовало бы. Будем учиться с вами вместе. Very well. Мы поспали с вами один раз. Распознаем, что мы имеем. Ой, я не то нажал. Вместо опознания. Ну ладно, это у нас... был отвар мумии. Поспим с вами еще один раз для того, чтобы Лера имела возможность вылечить всех. До полного ХП. Да, все прекрасно. Теперь мы можем с вами вдоль идти в долину теней, тот самый злополучный подвал, где Лориэлю прилетело по щам. На мой взгляд, игра очень атмосферная, несмотря на низкотехнологичную графику, потому что это компенсируется очень красивой музыкой и красивым визуальным оформлением работы художников на высоте.
и сам по себе сеттинг. Сеттинг Forgotten Realms. Это средневековье с элементами магии. И сверхъестественных существ, таких как фэнтезийных существ, таких как орки, огры, драконы, скелеты, призраки. Это именно то, что нужно для того, чтобы отдохнуть от реального мира. Смотрите, в этот раз почти не путаются пути. А если бы мы бежали отсюда сюда, то скорее всего запутались. О, враги. Если бы мы бежали отсюда сюда, то скорее всего запутались и попытались бы пройти вот здесь, вот уперлись бы, потом бы здесь где-то искали. Здесь такого не произошло. Это малая тень, и это малая тень. Проблем возникнуть не должно. Обычные враги, которые не имеют иммунитета к оружию. Лера приобрела опыт. Не очень приятно, потому что мы только что отдохнули и пополнили, восполнили запас наших заклинаний, а сейчас, получается, у нее количество заклинаний увеличится. Ну что ж. Результат повышения уровня. Дополнительное заклинание второго уровня и дополнительное заклинание третьего уровня. Во второй уровень давайте с вами добавим еще одно лечение. А в третий уровень, какие у нас здесь заклинания с вами есть? А какого она уровня? Пятого. Вылечить болезни нам не нужно. Мы будем лечить зельями. Болезни не так часто здесь случаются. Вылечить средние раны. Это уже восстановление 14 пунктов здоровья. В отличие от умеренных ран, где 11 пунктов здоровья. И легких ран, где 8 пунктов здоровья. Дальше. Вязкое мышление. Ну, это, я так понимаю, против нежити не работает. У нежити считается, что нет сознания. Защита от огня. Хорошее заклинание, но только против некоторых врагов. Сейчас оно нам не нужно. Зона чистого воздуха очищает локацию от различных заклинаний и не магических воздействий, связанных с вонью. Милость Эльматера. Вызвав это заклинание, заклинатель обменивается своими жизненными силами с целью, перемещая все повреждения. Это заклинание только действует только если у заклинателя больше пунктов здоровья, чем у его цели. Обмен жизненными силами остается неизменным до тех пор, пока не используются обычные способы лечения. Его невозможно провести с расстояния, превышающего допустимую дальность. Перемещаются только пункты здоровья. Заклинатель не может принять на себя негативное состояние цели, такое как болезнь, отравление, опьянение или другие недуги. Это заклинание недоступно персонажам со злым мировоззрением, оно не действует на нежить, механизмы и создание с других планов. С помощью этого заклинания жрец может принять на себя, перетащить на себя уже полученные целью заклинания повреждения. Я так понял это описание. Молитва. Молитва дарует божественное благословение жрецу и его союзникам, а их врагов проклинает. Союзники получают улучшение плюс один к спас броскам на атаку, на урон, к броскам на атаку, на урон и к спас броскам. А враги ухудшение минус один. Все существа, находившиеся в области действия во время заклинания, останутся под действием молитвы и после того, как покинут эту зону. Это заклинание является улучшенной версией заклинания распев. Хотя нет, оно не по всем параметрам его дублирует. Но точно улучшенная версия заклинания благословения. И речь идет о бросках атаки и спас бросках. А здесь броски атаки, урон, спас броски. Длительность 1 раунд за уровень. Длительность 6 раундов.
Мне кажется, заклинание благословения не намного хуже, но зато это заклинание первого уровня, поэтому слоты заклинания третьего уровня мы займем чем-нибудь другим. Неверная магия. Существенно ограничивает способности цели колдовать. Вероятность провала цели любого заклинания 80%. Хорошее заклинание против магов. Спас-бросок против заклинания позволяет избежать воздействия, но он делается с ухудшением минус 2. Пробудить нежить. Скелеты, зомби, ну пока не нужно. Развеять магию. Снимает магические эффекты, полезные и негативные. Но не влияет на сами магические предметы. Святая кара. Призывает энергию плана сияния, открывая канал между планом и целью заклинания. Все злые существа в области действия получают 1d6 магического урона за каждые 6 уровней 2 уровня заклинателя. До максимума 5d6 единиц на 10 уровне. Успешный спас-бросок против заклинания снижает урон вдвое. Провалив спас-бросок, цель также будет ослеплена на один раунд. Существа со злым мировоззрением не могут использовать это заклинание. Я не уверен, что нежить является злыми существами. Скорее всего, на них это заклинание не подействует. Надо будет проверить. Сила единого. Сила всех членов группы в области действия становится 18,76. Вплоть до того, что она уменьшится до этого значения, если была больше. Но не очень нужны для нашей группы заклинания, потому что у нас у боевых персонажей ближнего боя сила и так уже высока и даже больше этого значения. Снять невидимость. Это нам пока не нужно, хотя в игре будет довольно много врагов невидимых. Снять паралич. Ну, это заклинание иногда может помочь. Если вы помните, в предыдущей серии Грант уже подвергался заклинанию удержание, в связи с чем он не мог двигаться. Вот как раз от этого эффекта Лера могла бы его спасти с помощью этого заклинания. Снять проклятие. Оно нам не нужно. Мы не будем надевать на себя проклятые вещи. Сторожевой символ. Символ — это по сути что-то вроде ловушки такого варда, который можно установить на местность, и любое существо, прошедшее по этой местности, получит урон. 1d4 урона электричеством за каждый уровень заклинателя. Ну, так как у нас заклинатель уже 5 уровня, будет 5d4. Экзальтация. Снимает эффекты страха, сна, слабоумия, потери сознания, отравления, ярости и растерянности. И делает цель неуязвимой для атаки заклинаний, вызывающих такие эффекты. Давайте пока ограничимся самым банальным, но, наверное, самым эффективным заклинанием третьего уровня – это вылечить средние раны. Your command, it shall be done. Кирлан у нас до сих пор ходит со стартовым снаряжением. Как вот он появился в начале игры без всяких доспехов, с одним посохом, так он сейчас и ходит. Но при этом он в эффективности не сильно уступает остальным членам нашего отряда, потому что посохи — это оружие, с которыми он хорошо, которым он хорошо сражается, а доспехи ему не нужны. Он получает хорошие бонусы к классу защиты от своих высокой ловкости и классового навыка. Минус 2 – это класс Кинсай. Так, мы продолжаем искать ловушки. Врагов в этой комнате, скорее всего, уже нет, а ловушки, скорее всего, еще есть. Я могу ошибаться. Да, ловушки есть. Видите, далеко не сразу ловушки обнаруживаются. Надо быть внимательным. Что мы здесь находим? Золото, ожерелье обычно и заклинание опутать. Ожерелье прячем в мешочек. А заклинание? А, это заклинание у нас. Могут использовать друид, шаман, клирик, следопыт, воин, друид.
У нас нет персонажей, которые могли бы использовать это заклинание, поэтому мы его прячем в мешочек. Это заклинание вызывает на территории магические корни, которые охватывают, запутывают всех персонажей, в том числе дружественных. И если удается запутать, то этот персонаж стоит на месте, он может сражаться, но не может ходить. Вот это да, вы видели, Лори, критическое попадание, 20 метательного урона. Лори, у нас стеклянная пушка. Да, вот о чем я говорил. Очень больно бьет, но и сам нехило огребает, как только враг добирается до него. Иди сюда, Лори. Ищем ловушки. Еще один враг. Два бога. Это у нас полуразбитые скелеты. Ну, пусть уже. Выманим их сюда поближе, потому что дальше могут быть еще враги. Выманиваем еще врагов. О, а это у нас кто? Пожиратель. Пожирателя мы еще с вами не встречали. Если мне не изменяет память, это один из тех врагов, которые иммунны к обычному оружию. Мы с вами сейчас это проверим. Да, оружие не действует. Это значит, что нужно взять магические стрелы. У Валика у нас нет магического оружия, поэтому он будет сражаться в холостую. Кирлан берет свой магический кинжал. А Агнес берет волшебные камни. Тем образом, сейчас у нас все персонажи, кроме Валика, могут наносить урон такого рода существам, иммунным к обычному, не магическому оружию. Агнес может еще и вот такими магическими стрелами по нему зарядить и убить. 2800 опыта. Очень неплохо. Надо даже снять эти стрелы. Мы их будем экономить. Когда закончится один колчан стрел, персонаж автоматически переходит к следующему. Мы можем упустить момент, и он перейдет к этим дорогим магическим стрелам. Надо быть с этим внимательнее. Больше врагов, скорее всего, нет. Нет. И теперь мы будем исследовать комнату на предмет ловушек. Так как я не уверен в... Да. Я не был уверен в навыках поиска ловушек в Лориэле. Ему еще нужно многому учиться. Поэтому я хожу подольше, чтобы он смог распознать все те ловушки, которые не удается найти с первого раза. Так, сейчас соберем партию вместе и разберемся с теми предметами, которые мы с вами здесь нашли. Итак, что же нашел Лори? Он нашел зелье лечения. Пусть пока сами поносят. Он нашел зелье инфравидения. Оно не нужно нам, я уже говорил, в этой игре не будет абсолютно темных локаций, где не разобраться без инфравидения. Далее, он нашел некие перчатки, которые... пока для нас непонятны, их надо опознать. Этим мы с вами и займемся. Эти перчатки оружейного знания увеличивают атака персонажа. Очень хорошая вещь. Давайте их у нас наденет. А у кого самый большой урон? Вот у кого самый большой урон, тот должен попадать почаще. Так, 18. Не просто урон, а DPS. DPS зависит от
урона и количество атак в раунд. Количество атак в раунд у нас где-то здесь должно быть прописано. Количество атак. 5,5 атак. Количество атак. 3,5. Количество атак. Прошу прощения, 3 вторых. Полторы атаки. Полторы атаки. А здесь 2,5 атаки. Поэтому даже со своим меньшим уроном он наносит больше повреждений. А вот, наверное, Лори и наденет у нас эти перчатки. Может быть, я ошибаюсь без калькулятора, но вроде бы 5-10 умножить на, ну, 7,5 умножить на 2,5, это больше, чем все остальные средние уроны. Так. Надо было продать эту кольчугу. Почему-то я, когда мы были в Кугахаре, забыл о ней. А, и еще Лори нашел ключ. Давайте посмотрим, что это за ключ. Искусно сделанный золотой ключ с черным ониксом на головке. При ближайшем рассмотрении видно, что в камне вырезан небольшой череп. Но очевидно, что это ключ к одной из двух дверей. Либо вот эта дверь, запертая им открывается, либо, ну, я надеюсь, что вот эта дверь, иначе непонятно, как ее еще открыть. Да, это был ключ именно от этой двери. Ключ мы использовали, но выбрасывать его не будем, потому что, не помню, у нас с вами в Кулдахаре есть торговец по имени Герд, который скупает все эти ключи. Что мы здесь с вами видим? Так. Два упыря. Три упыря. Yes. Надо подключить Лауреля. Так получилось, что Кирун, который стоял за Лориэлем, мы сейчас исправим эту ошибку, Кирун выйдет вперед. Он, нападая на врагов, толкнул Лориэля вперед, и теперь упоридов... Я случайно применил способность разложения рук именно того персонажа. И именно это было... Было роковой ошибкой, Лориэля в очередной раз убили. Все равно против я. Вновь отведу Лориэля. Я не хочу использовать сохранение, хотя мы совсем недавно сохранялись и использовали быстрое сохранение, и сейчас мы смогли бы быстро пройти с того момента. Но я хочу сделать игру максимально приближенной к реальности, по крайней мере там, где это возможно. И поэтому Лориэля мы будем воскрешать обычным внутриигровым способом, а не сейфлоудом. Существенная ошибка была, как я уже сказал, две ошибки. Первая — это то, что у нас Лори находился впереди. Кирван его толкнул. Сейчас мы последовательно с группы исправим. А вторая ошибка заключалась в том, что я из-за комментариев немножечко запутался в управлении и нажал способность возложения рук на упыря вместо Лори. Не забываем про врагов. Ну, скорее всего, их здесь сейчас не будет, потому что мы не отдыхали с момента последнего прохода. Но тем не менее. Через какое-то время у нашего жреца появится заклинание воскрешения, и мы сможем делать... Ну, не через какое-то время, это произойдет ближе к концу игры, но тем не менее мы сможем воскрешать наших персонажей самостоятельно, не бегая каждый раз за этим в храмы. Очень обидная смерть.
учитывая, что Лори уже сколько у нас, 3 раза погибал. Прямо какой-то профессиональный мертвец. Какая-то партия неудачников, подумает сестра Калиана. Да. Совсем мало денег у нас осталось после всех этих манипуляций. Давай уж, Лори, попробуй быть поаккуратнее. Действительно, стеклянная пушка наносит хороший урон, но и сам мрет очень быстро. У него класс брони не хуже, чем у Гранта, но при этом очень мало хп. Он может носить кольчугу, но при этом ему будут недоступны воровские навыки. Может быть, мы с вами, не знаю, как-то на Лори не будем чередовать доспехи. Пусть пока ходит в таких доспехах, раз уж он такой хрупкий. Прям перестал быть хрупким. Маслагна снят еще зелень. Теперь поменяем порядок группы. У Кирлана класс защиты даже еще хуже, чем у Лориэля. У Лориэля 4 вместо 3. При этом у него много хп, и как-то ему везет, к нему лучше попадают. А еще я не помню, какие штрафы есть в этой игре у дальнобойных воинов по сравнению с воинами ближнего боя, если они вступают в ближний бой. Либо, ну, потому что в разных версиях игры D&D эти штрафы разные. Либо у них появляется штраф минус 4 к броне, либо штраф минус 4 к попаданию, вот что-то такое. Мне кажется, что именно штраф к броне. Может быть, из-за этого в ближнем бою Лориэль такой хрупкий, то есть его броня становится на 4 хуже, когда по нему, если он держит лук в руках, по нему бьют в ближнем бою. Еще я, пока наша партия идет, хотел бы немножечко поменять следующие правила. Я хочу, чтобы у нас отображались те броски виртуальных кубиков. Да, вот, которые игра производит для расчета успешности атаки. Сейчас мы с вами будем видеть, какой бросок атаки был выброшен каждый раз, когда такой бросок совершался, и будем смотреть, какие показатели являются успешными, а какие нет. Возможно, это нам поможет. Так, малая тень напала на Валика. Переключаемся на него. Критический промах Лориэль. Он выбросил 1, и 6 это, скорее всего, класс брони. Класс брони малой тени. Малая тень 1+1. Герон 4+6. Валик. Нет, это не только класс брони, но это еще и... Так. Ну вот видите, путаю все персонажи. Вместо того, чтобы пойти единственной правильной дорогой, один из них чуть не побежал на север, в тупик. Ну
It shall be done. Исследуем эту локацию, эту комнату. Ее мы не... Да, видите, недоступные воровские навыки. Он может искать ловушки, но не может обезвреживать их и не может прятаться в тенях. Зато сейчас у него более высокий класс брони, и он может не опасаться врагов. По крайней мере, не так сильно, как раньше. Продолжаем искать ловушки. Если найдем ловушку, то снимем. Поменяем броню. Вот только ловушек нет. Зелье силы. Оно нам не очень нужно. Кольцо. Просто продадим за деньги. Золото. Это заклинание доспехов для мага. Обратите внимание, действует только на себя. То есть маг на себя может его сложить. Волшебное силовое поле, которое защищает его как чешуйчатый доспех. Класс защиты 6. Ну, не очень нужное заклинание, на мой взгляд. Больше оно, по крайней мере, для Агнес больше понадобится для Кирлана, когда он станет у нас магом. Распознаем, что это за лук. Короткий лук плюс один. Но он не лучше, чем у Кирлана, чем его составной лук. Составной длинный лук. Поэтому просто на продажу. Что у нас здесь? Здесь у нас священный символ Меркула. Это какой-то сюжетный предмет. Боевой молот нам не нужен. Пластинчатый доспех возьмем на продажу. Малое истощение Ларваха, которое на самом деле должно быть переведено. Истощение Ларваха. Поэтому не смейтесь. Пылающие руки. Пылающие руки. Не смогли записать. Ларвуха написать. Хотя лучше бы наоборот, заклинание. Малое истощение Ларвуха нам как раз не нужно, а пылающие руки понадобятся в будущем. Мы встретимся с такими врагами, которых убить можно будет только огнем или кислотой. Зелье гениальности. Интеллект плюс 4. Но это нужно для мага, для того, чтобы он более успешно использовал заклинания, в том числе записывал их в свою книгу. Вот, например, сейчас с большей вероятностью заклинание «Огненные руки» Агнес переписала бы в свою книгу. О, сколько врагов. Но перед этим нам надо будет поговорить. Смотрите, это Нитос. Ну, сейчас мы с ним познакомимся поближе. Нитос. Приветствую. Я костяной танцор Нитос. Меня восхитило упорство, с которым ты пробираешься сюда. Такая настойчивость, по крайней мере, заслуживает уважения. Итак, зачем ты здесь? Я ищу источник зла, заполонившего Кулдахар. Может быть, это ты? Кулдахар? Ты говоришь о селении под огромным деревом? Нет, меня не волнует то, что происходит за пределами этих стен. Советую поискать ответ где-нибудь еще. Если ты не виновен, то кто в ответе? Не имею понятия. То, что происходит за пределами этих стен, меня не касается. С чего мне верить, что не ты виновен в бедах Кулдахара? Удивительно. Ты приходишь сюда, убиваешь моих охранников, крадешь ключи от гробницы, ломаешь печати на дверях и еще в чем-то обвиняешь меня? По какому праву? Ну, тут сложно с ним поспорить. Мне дал право Кулдахар, чтобы отыскать источник зла, обрушившегося на эти многострадальные земли. А, понятно. И кто же в Кулдахаре имеет права на эту долину или этот склеп? Почему они послали тебя сюда с правом убивать, грабить и уничтожать? Странно, кстати, убивать. Как можно мертвых убить? Это право любого народа предпринимать действия против угрозы своей жизни. Угроза? О чем ты говоришь? Эти стражи здесь не один век, и за это время никому не причинили вреда. Где же эта угроза? Мне интересно, Нитос, почему гробнице нужна такая серьезная защита? Может быть, здесь скрыто нечто большее? Ха, теперь ты говоришь чушь.
Ты пытаешься оправдать свои действия, выдумывая несуществующие угрозы. Ты не ответил на мой вопрос. Какая необходимость в такой защите? Гробница была защищена лишь потому, что представилась такая возможность. Будучи одним из последователей Меркула, тот, кто здесь покоится, мог охранять свой склеп с помощью костяных танцоров. Так он и сделал. Ничего предусудительного. Меркул — это тот бог, веру которого нас уже пытался призвать. Помните предыдущий такой же, какой-то, я не знаю, костяной жрец, которого мы убили в предыдущей гробнице? Тогда позволь мне исследовать гробницу, Митас. Нет, это запрещено. На самом деле я уже потратил слишком много времени на разговор с тобой и забыл о своих обязанностях. Я вынужден попросить тебя отдать ключи и уйти отсюда. Второй раз я просить не стану. Я не собираюсь уходить отсюда. Так, Митас, я пытаюсь достичь компромисса. Я не могу позволить себе покинуть это место до тех пор, пока не обследую весь склеп. Не можем ли мы прийти к взаимопониманию? Нет, не можем. У тебя своя задача, а у меня своя. Это столкновение было неизбежно. Охрана, к оружию. Мы, кстати, приобрели большое количество опыта за то, что попытались договориться с Митасом, чтобы предотвратить кровопролитие. Если бы мы сразу же выбрали агрессивную ветку обсуждения, то этот опыт мы бы не получили. Да будет так. Здесь, я думаю, нам лучше немножечко отойти для того, чтобы рассредоточить врага. Митас — это маг, он будет неплохо кидать заклинаниями, но нам лучше сначала расправиться с врагами ближнего боя. Пусть они подходят. Так, Митас читает благословение. Посмотрите на своих стражей, он наложил это заклятие. Дальше читает заклинание защиты от добра. А у нас в отряде как раз в основном все добрые. Ну что ж, по-прежнему будем пользоваться нашей любимой тактикой. Выманивать врагов по одному. И самое главное — не спешить. Нужно, чтобы враги видели нас буквально краешком глаза, и не больше. Вот они. И не больше, чем один или два за один раз. Такая вот подсветка на этих врагах означает, что они находятся под влиянием заклинания благословения. Ничего страшного, мы с вами помним. А вот оно, кстати, с них уже упало. Это заклинание не очень мощное, да, но немножечко усиливает существо, но не настолько, чтобы опасаться этого. По крайней мере, на таких слабых врагах, как Стражи Храма. Посмотрите, мы получили еще одну зачарованную палицу Моргенштерн. Но только мы не можем ее опознать, у нас недостаточно заклинаний. Но я предполагаю, что это точно такая же палица, просто Моргенштерн плюс один. Поэтому сейчас нет острой необходимости ее распознавать. Сохранимся. И проверим. Там, по идее, сейчас Митас и один стражник храма. Больше никого не будет. Но, тем не менее, нам надо попытаться их разделить. Митас куда-то назад убежал. Speak your mind. Time to trim this one down to size. Смотрите, как прилетело. Давайте посмотрим. Попадание. Валик получает 14 рубящего урона, ну, 7 дополнительного урона, это из-за уровня сложности, то есть он бы получил 7 урона при стандартных правилах, а из-за повышенного уровня сложности урон усиливается в 2 раза. Берем этот отличный боевой топор на продажу. Надо восстановить немножечко здоровья Валику. Грамм поищу. А вот и Митас. Интересно, какое заклинание он кастует? Вполне возможно, какое-то целевое. Да, удержать персону. Посмотрите, что творится.
Очень хорошо, что мы уже справились со стражами храма. Иначе бы сейчас, в это время, они бы, пока мы были беззащитны, просто бы наносили нам очень много урона. Ждем, когда это заклинание пропадет. К сожалению, ускорить или замедлить время в этой игре нельзя. Поэтому просто ждем. Скучаем мы с вами. Скучают Лера и Агнес, видите? Они тоже там стоят, подтягиваются. Я не помню, сколько времени длится это заклинание. Давайте пока что. Немножечко безрассудный поступок совершим. Посмотрим, может быть еще какое-нибудь заклинание мне здесь будет доставать. Да. Пусть пока что тратится свои заклинания. Статический разряд. Вот это я не знаю, что за заклинание. Но насколько я помню, это просто молния, которую он пускает в одном из направлений. Но это молния. А вот он пошел в ближний бой. Нет, он не в ближний бой пошел. У Агнес нет заклинаний, которые могут хоть что-то сделать с Митасом. Собственно, как и у Леры. Массовая тишина. Лориэль, Агнес предприняла удачный спас-бросок против этого заклинания, и оно на нее не действует. А Лориэль, даже значок здесь появился, теперь под воздействием заклинания тишина он не может говорить, это мешает ему произносить любые заклинания. Но так как он и не маг, то это для него совершенно безвредный дебаф. Смотрите-ка, Митас неплохо сражается. Если бы на него набросилась сейчас вся наша партия, то я думаю, он бы довольно быстро бы огрёл. Ну давайте, друзья, быстрее выходите из удержания. Ну, мы с вами сейчас просто будем бегать по кругу, убегать от Митаса. А вот и закончилось заклинание удержания. Пока Митас бегает за Лерой, Агнес, а также Лориэль расстреливают его. Посмотрите, как Лориэль хорошо его дамажит. Не зря мы ему перчатки оружейного мастерства подарили. Теперь заберем. Что-то я не позабрал. Небесная капля — это обычный драгоценный камень, это не сюжетный предмет, поэтому прячем мешочек, забываем про него. Молот, который мы сняли, также не можем распознать. Пока что нашего знания легенд совсем недостаточно. Врагов в этом склепе будет очень много, так же как и ловушек. Передвигаться надо осторожно. Я немножечко заспойлерю. Я хочу вам сказать, что Митаса мы с вами еще не убили. Сейчас будем искать ловушки. Отражение Меркула. Насколько я помню, вот это вот... Ой, зря я так сделал. А вот ловушка. Это скелет. Я не помню, скелет обычный или лучник. Вроде бы у него лук. Нет, не лук. Да. Отражение Меркула — это довольно сильный враг. Speak your mind to victory. Something wrong? I'm off. У Агнес и у Лориэля оружие не действует. Понимаете намек, да? Это значит, что нам нужно взять наши волшебные пилюли. How can I help? I'm listening. Все набрасываемся на отражение Меркула, а в это время Кирван, у которого нет магического оружия, будет сражаться со скелетом.
О, смотрите, как отражение Меркула становится плохо после того, как с ним уже специально обученные враги дерутся. Да. Мы сделали это. Мы убили его. Еще и получили какое-то кольцо, которое, опять же, не можем опознать. Валик получил повышение уровня. Приятное очень. У него в результате повышения уровня увеличились спас-броски, снижен ЦАКа, получены дополнительные пункты здоровья 17, сознание легенд увеличено на 1. Очень хорошо, спас-броски значительно выросли, ЦАКа и пункты здоровья, это тоже очень хороший прирост. Ищем ловушки. А, мы давайте дойдем до этой ветки до конца, она коротенькая. Обратите внимание на врагов, ловушки не срабатывают. Они сработают только если мы на них не скидываем. Что это такое? Статуя скелета в развивающейся с черной мантией, с капюшоном и с косой в руках. Лицо под капюшоном морщинистое и чешуйчатое. Глаза запали и мерцают холодным недобрым огнем. По-моему, самое ценное, что здесь было, это отражение Меркула. С тем волшебным кольцом, которое из него выпало, но свойства которого мы с вами еще не знаем. Здесь... Подзовем партию поближе. Связано с тем, что сейчас на нас здесь ждет западня, и на нас произойдет внезапная атака. Вперед продвигаемся самым танковым персонажем. Так, эти скелеты пытаются нас выманить, но мы с вами чуть поумнее, поэтому это мы выманим их. You would do well to fear a woman's wrath. Еще повышение уровня Кирлана на этот раз. Прекрасно. Результаты повышения уровня опять же увеличились. Спас броски, так и снижен на 1. И получены дополнительные пункты здоровья 14. Любое повышение уровня приятно, особенно в начале игры, когда персонажи очень слабы, и любое увеличение количества здоровья для них является критически важным и полезным. Дальше, когда у персонажей будет уже по 70, по 80, по 100 здоровья, конечно, такое увеличение запаса здоровья не будет вызывать восторга, как сейчас. Я не помню, как спровоцировать ловушку, чтобы вот из этих комнатушек на нас напал враг, скорее всего, просто надо... Да. Надо было просто открыть... Гробницу. Что это за атака? Была попытка сделать, оставить Валика без сознания, но он выбросил успешный спас-бросок. Нет, он не выбросил успешный спас-бросок. А, видимо, это результат успешного спас-броска, он остался только без сознания. А в случае неудачи произошло бы что-то еще более неприятное. Нам сейчас надо очень быстро справиться с этими врагами и разделаться со скелетами, которые нападают на Валика, пока они не разделались с ним. Так,
Валик пришел в себя. Скелетики слабые, но их очень много, и поэтому они могут расковырять даже самого утанкованного героя. У нас сейчас пока нет никаких заклинаний массового поражения. Давайте еще вот это заклинание прочитаем. Хотя против четырех скелетиков оно уже не очень-то и нужно, но тем не менее. Пока она его дочитала, двух скелетов убили, и осталось еще двое. Да. Ничего полезного здесь. Скелетиков не выпало. Все оружие обычное. Даже нет. А, вот какой-то меч отличного качества. Да. Зато здесь, в могиле, мы с вами нашли какой-то свиток. Его надо будет распознать. И короткий лук, который тоже так же нужно будет распознать. Заклинание ускорения. Это заклинание третьего уровня. Очень хорошее, очень сильное заклинание. Сейчас мы с вами его даже записывать не будем, а сделаем это после сейва, потому что терять его очень не хочется. Your command? Of course. Идем в правый восточный коридор. Он является самым длинным. Продолжение локации. Другие два коридора тупиковые. Лера идет так медленно из-за того, что она поддерживает действующим заклинанием распева, которое она сейчас зачитывала. Этот коридор будет длинным, усеян ловушками, но при этом там будет не будет каких-то сверхсильных врагов. Надо просто очень внимательно искать ловушки. Так. Сработала ловушка. Так, скелетики. Yes. Of course. Из-за угла нападем на них. Вот они сами пришли на нас. Мне кажется, здесь была ловушка, которую мы уже обезвредили, не найдя ее, а наступив на нее. Но тем не менее, продолжаем очень тщательный поиск ловушек. Мы с вами уже убедились, что у Лориэля с этим небольшие проблемы, и нам надо вкачивать навык поиска ловушек максимально. За этой дверью нас будет ждать враг. Это мумия, довольно сильный враг. Посмотрите, оружие не действует. Это один из тех врагов, против которого необходимо волшебное оружие. Но у нас не осталось волшебных снарядов у Лори или у Агнес, поэтому они могут просто отдыхать. Валик также не вооружен никаким волшебным оружием, поэтому пусть тоже отойдет в сторонку и не мешает правильно ребятам сражаться. А вот Лера, Кирлан и Грант имеют то оружие, которое может им помочь. Да, одним ударом она наносит 14 урона. Тысяч опыта за одного врага. Это очень хорошо, очень много. Мне показалось, что на Гранта какой-то дебаф был навешен. Нет.
продолжаем исследовать эти коридоры и помещения. Обязательно с поиском ловушек. Ловушек здесь очень много. Не может Лориэль найти ловушки. Давайте будем надеяться, что их нет. Скорее всего, этот сундучок заперт. Нет, не заперт. Здесь тоже не заперт, да? Я специально пошел открывать эти сундучки валиком. У него больше всего здоровья. И если бы там были бы ловушки, то он бы меньше всего от них пострадал. Разбираем все то добро, которое мы нашли. Зелье гениальности мы с вами его уже встречали. Это заклинание стук. Оно открывает замки, но нам оно не нужно, потому что у нас с этим, по идее, должен хорошо справляться Лори. Это заклинание слепоты. Ослепляя цель, не оказывает воздействия при успешном спас-броске. Ослепленная жертва получает ухудшение минус 4 ко всем к атаке и защите. Давайте запишем. Да, удалось записать. Это заклинание помощи для Леры. Само по себе заклинание не очень нужно, и мы с вами даже не стали его записывать в... готовить в книге заклинаний в числе активных. Но как свиток пусть лежит. Алебарда какая-то волшебная. Сопротивление страху. Заклинание второго уровня. Под действием этого заклинания боевой дух существ вырастает до максимума. Затем, по истечении срока действия, постепенно снижается до нормального. Также отменяет эффект магического страха. Это значит, что если существо уже находится под влиянием какого-то магического страха, то это заклинание снимет этот эффект. Ну, неплохое заклинание, и мы его с вами попытаемся записать. Не смогли. Ну, не смогли. Не страшно, это не то заклинание. Вот заклинание... ускорение я буду записывать после сохранения игры, чтобы была возможность загрузиться и записать его заново в случае неудачи. Оно очень важно. Так, если стоят лучники и прямо приглашают напасть на них, то значит там какая-то ловушка. Отличные стрелы и отличный бой. Так. Не забываем про ловушку, которая здесь, скорее всего, есть. Про которую нам подсказали. Вот скелеты лучники. Ну да, вот они есть. Видите, такой лабиринт. Yes, it shall be done. Здоровья у нашей партии уже мало, нам нужно будет здесь передохнуть, восстановить запас здоровья и заклинания. Кроме того, при восстановлении заклинаний мы сможем с вами распознать некоторые предметы, которые нас ждут этого. Давайте с вами сохранимся. Запишем магию. Успешно. Еще раз сохранимся. Посмотрим у Агнес. 3 доступных заклинания первого уровня. Все их записываем опознание. У нее уже много предметов накопилось, которые необходимы. Кто у нас? И ловушка сработала. Сколько я вам не говорю про эти ловушки, сам же забываем. Так, мне кажется, этот скелет на Гранта сагрался. Продолжаем поиск ловушек. Да, еще один
скелетик. Страж храма. Видите, как часто стреляет Warrior. Поэтому у него и DPS большой. Yes. Very well. Yes. It shall be done. Speak your mind. Of course. Сейчас мы с вами отдохнем, восстановим силы, и прежде чем спускаться на следующий уровень этих катакомб, мы с вами сделаем паузу в наших приключениях. Так, сохраняемся, спим и распознаем. Мантия сопротивления холоду дает сопротивление холоду 20%. Ну, пока неплохо, потому что здесь чуть-чуть попозже будут враги, которые будут наносить урон именно холодом. Мне вот это вот кольцо очень интересно, я не помню, что это такое. Кольцо теней. Укрытие в тенях плюс 15%. Владельца невозможно обнаружить магическими методами, например, заклинанием обнаружить невидимость или с помощью волшебного кристалла. Очень хорошее кольцо для Лориэля. Пусть он его наденет. Далее. Алебарды. Вероятность 10% вызвать у цели болезнь. Наносит одну единицу урона каждые 2 секунды навсегда. Ну, если бы эта вероятность была бы побольше, к тому же у нас никто не может пользоваться алебардами. Ну и не хочу я только из-за этой алебарды учиться, поэтому она пойдет у нас на продажу. Она, по идее, должна стоить довольно дорого. Короткий лук плюс 1, тоже на продажу. Защитный свиток, защита от огня. Ну, на продажу. Заклинания опознания закончились. Сохраняемся. Еще раз спи. Опознание. Заклинание. Боевой молот плюс 1. Дадим его Гранту. Как помните, он у нас умеет и с мечами, и с молотами обращаться. Молоты хороши на случай сражения со скелетами. А у нас как раз здесь очень много скелетов. Моргенштерн плюс 1. Такой Моргенштерн у нас у Леры уже есть, а больше никто сражаться Моргенштернами не умеет, поэтому на продажу. Сохраняемся. И на этом мы с вами, друзья, ненадолго прощаемся, но скоро мы продолжим наши приключения. Всего доброго, всего хорошего.